Здравствуйте. Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Cherry Tiggo 2006 года выпуска. Объем двигателя 2,4 литра, 4G64. Крышка и маслозаливная горловина чистая. Нагара эмульсии нет. Первый цилиндр. Тринадцать с половиной килограмм. Второй цилиндр. 14 килограмм. Третий цилиндр. 14 килограмм. Четвертый цилиндр. 14 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. На двигателе присутствует дефект. Крышки ремня ГРМ.